понедельника. Минувший день хранит тайны для тех, кто способен докопаться до истины. Ух ты, 1875 год. Если в истории что-то не вяжется, она сама берется за дело. Кино, что ли, снимают? Здорово, ребят. Что, кино снимаете? Где режиссер? А ну, взять его. Руки убери, сказал. Взять его. И когда все переворачивается, значит, наступает время загадок. Участок его. Так что происходит-то? Что тебе известно, говорим? Ты что, все наяву, что ли, а? Оказавшись в прошлом, нужно взять себя в руки и раскопать правду. Антон! Ну-ка, брось оружие! Руки назад! Убийца здесь, мы можем это доказать. Вообще, это какой-то бред. Это не фантастика, а реальное прошлое. Елизавета Пащенко, Илья Оболонков в многосерийном фильме «Петля времени» с понедельника на ТВ-РУС.